Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду делать котлетки! Не-не-не-не-не! Не переключайте, пожалуйста, канал! Это совершенно не те котлетки, какие вы привыкли видеть и думать. Это будут настоящие котлеты. Вы прекрасно знаете, что я всегда готовлю мясо. Я очень люблю мясо, и оно у меня всегда вкусно получается. Поэтому, конечно же, котлеты будут такие, как и мясо, а может быть даже и лучше. Сейчас я покажу, как я делаю котлеты, которые нравятся абсолютно всем мужчинам. Они идут наравне с шашлыком, бараньей лопаткой или запеченной бараньей ногой. Или с чем-то еще очень особенным. Итак, как сделать очень вкусные котлеты из настоящего мяса? Для того, чтобы приготовить котлеты, я использую свино-говяжий фарш со свиным салом, молоко, сухари из белого хлеба. И из этого же хлеба я сделал вот такие панировочные сухари. Черный перец и соль. Все продукты я взял по граммам, как они написаны в справочнике повара. Самое первое, это я беру сухарики или черствый белый хлеб и заливаю его хорошим вкусным молочком. Сейчас сухарики немного раскиснут, а я смешиваю фарш, соль и черный перец. Сухари из белого хлеба уже размокли, и я их протер через сито. Хорошо вымешиваю фарш. Котлетный фарш я уже приготовил. Он должен быть очень холодным, и при формовке котлет руки нужно смачивать холодной водичкой. Вес котлетки должен быть 150 грамм. Руки я мочу в холодной воде и формирую котлетку. Котлетный фарш очень нежный, вот такой прекрасный. Поэтому котлетки очень легко формируются. Котлеты выкладываю на стол, который посыпан тоже панировочными сухарями. Толщина котлеты должна быть почти 2 сантиметра. Котлетки я уже слепил, как смог, так и получились. Теперь я разогреваю чугунную сковороду до 150 градусов и на растительном масле обжариваю котлеты. Сковорода умеренно горячая, температура 150 градусов. Я выкладываю котлеты. Котлетки я слегка обжариваю до румяной корочки с обеих сторон. Котлетки подрумянились с обеих сторон уже замечательно. И теперь я прямо на этой сковороде отправляю их в жарочный шкаф, разогретый до температуры 180 градусов. Еще минут на 5-7, чтобы они хорошенечко стали очень хорошими и вкусными. А что у вас на ужин? А у нас на ужин сегодня котлетки с пюрешкой. Не так? Не надо импровизацию насчет этого. Хорошо. Друзья, котлетки уже готовы. Настоящие котлеты из настоящего мяса. А здесь настоящая виноградная чача, настоянная на дубовой щепе. Вот это уже аромат. Аромат свежесорванного винограда, коньячные нотки, цвет, шоколад и ваниль. Классы.
Котлетки я обжарил с двух сторон до легкой золотистой корочки. И после этого отправил их в жарочный шкаф, а вернее в обычную духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Там они у меня были ровно 6 минут. Внутри такая сочная. Котлетки я люблю кушать просто с котлетками, без ничего, никаких гарниров, потому что это не чистое мясо, которому что-то можно еще добавить. А здесь уже мяско и немножко хлеба. А, горячие. Да чего же вкусно. Сама котлетка очень сочная и нежная внутри. Обалденнейшая. Ничего сюда больше не нужно. Ну, вернее, как не нужно. Нужно. Сюда нужна хорошая водка, хороший зерновой самогон, котлеты и, конечно же, какая-то закуска, то есть огурчики. То есть огурчики. И все. Вот это и есть настоящие правильные котлеты, которые любят любой мужчина, а точнее каждый мужик, потому что вот эта котлета из мяса. Здесь только мясо и все. Объедение. Что ты показываешь? Улыбку. Котлетка очень сочная. Сверху она покрыта золотистой корочкой, а внутри сочное-сочное мясо. Настоящее мясо. Поэтому, друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, как готовите котлетки вы, как вы их любите, что вам больше нравится. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь. Рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место, а у меня самые вкусные котлетки.